Сыр очень вкусный, я всегда покупаю, очень мне нравится. Иногда бывает, вы знаете, очень плохо чистится, это раздражает. А на вкус очень хороший. Вот особенно в красной упаковке, вот когда залит красным, не очень удобно. А в желтый лучше. Вот сейчас я возьму в желтый. А так, сыр очень вкусный. Павел Николаевич, спасибо. Очень вкусный, хороший сыр. Я был, конечно, на производстве молочном, только не сыров. Мне было бы интересно посмотреть, как производят сыр и молоко. Интересно, конечно, посмотреть производство сыра. Мне бы хотелось посмотреть, как производят сыр. Я купил сыр, и мне очень интересно, как он производится. А мне хотелось бы знать, как производится молоко в совхозе Ленина. Какие коровы вообще нас поят молоком, скажем так. Конечно же, мне очень интересно посмотреть, как это производится, чтобы действительно, чтобы без всяких, без ГМО там, да, как оно действительно, что подмешивают туда, каковы антисанитарии, присутствует на производстве или не присутствует, там, правильно? Как один внешний вид, как бы, сотрудников, вот, внешний вид помещений, вот, это все это немаловажно. Молоко привозили в СНТ, Мисаевого, летом. А теперь почему-то перестали. Мы были довольны, что нам возят, всегда покупали молоко. У нас там хоть 70 домов, ну, 70 участков, правильно, наверное, сказать, да? Ну, наверное, где-то половина покупали это молоко. Ну, сейчас не стали возить. Хотелось бы возобновить.